автоматизированный центр развития. Сегодня ты будешь проходить тесты с напарником. Помаши своему напарнику. В следующих тестах потребуется работа в команде. Для упрощения совместной работы вы оба оснащены сигнальным устройством. Синий, с помощью сигнального устройства укажи свое любимое животное. Хорошо. Оранжевый, посмотри на любимое животное твоего напарника. Хорошо. Оранжевый, с помощью сигнального устройства укажи любимый элемент периодической таблицы. Правда? Хорошо. Синий, посмотри на интересный выбор твоего напарника. Вы можете использовать свои сигнальные устройства, чтобы указать напарнику, где вы просите его разместить портал. В этом тесте я буду изображать твоего напарника. С помощью сигнального устройства, пожалуйста, укажите, где мне разместить два портала. Укажите оба места. Оранжевый первым получает портальное устройство. Наконец-то у синего есть портальная пушка. Каждая портальная пушка может создавать два связанных портала. Протестируйте устройство, переместившись через портал. Калибровка веса синего. Калибровка веса оранжевого. Отклонений не обнаружено. Ваше сигнальное устройство – ценный инструмент, чтобы указать напарнику конкретное место. Утяжеленные кубы откалиброваны. Отклонений не обнаружено. Знаете, как люди расстраиваются при отклонениях веса? Если хотите расстроить человека, скажите ему, что его вес ниже или выше нормы.
Наконец-то. Я уже не надеялась возобновить испытания. Вы первые роботы, прошедшие калибровку. Хватит. Завершение испытания не оправдывает такое поведение. Продолжим испытание. Не думала, что вы так далеко пройдете. Если честно, после калибровочного теста я собиралась разобрать ваши центральные модули и вернуть их в инженерные калькуляторы, откуда я их и взяла. Но у вас двоих получилась очень слаженная команда. Я видела всего одну другую команду, которая была еще сложнее. Там одного из участников пришлось уничтожить. А второй? Не думаю, что хочу вспоминать это снова. Снова здравствуйте. Эта зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. В отличие от нас, людей надо учить сотрудничеству. Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Прекрасно. Хотя наука всегда предполагает коллективную работу, помните, что как в случае с Эйнштейном и его кузеном Терри, в историю войдет только один из вас.
Знаете, в некоторых человеческих видах спорта победителем считается тот, кто наберет меньше всего очков. Я подумала, вам это интересно, как и большинство победителей. Очень хорошо. Вы двое прекрасная команда. Благодаря тому из вас, кто делает всю работу. Эти тесты могут привести к смерти, если участники пренебрегают общением, командной работой и взаимоуважением. Поэтому для одного из вас это станет интересным испытанием, учитывая сомнительные способности второго.
Что ты делаешь? Ты чудовище. Они ведь одни из нас. Шучу. Их уничтожение является частью испытания. Они для вас не важнее, чем вы для меня. Сообщив счет каждого из участников, я бы обесмыслила этот тест, но могу сказать, что один из вас справляется очень-очень хорошо. Пройдите в следующую тестовую камеру. Не знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Прекратите. Вы двое демонстрируете прекрасную командную работу, в которой один из вас разбирается со всеми интеллектуальными испытаниями, а второй иногда предлагает помощь, если тест вдруг превратится в конкурс «Кто больше съест?». Синий только что преподал оранжевому ценный урок доверия. За это синий получает 14 очков научного сотрудничества. Только что преподал синему ценный урок доверия. За это оранжевый получает 17 очков научного сотрудничества.
Может показаться, что я веду учет ваших достижений лишь с помощью очков научного сотрудничества, но это не так. Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Например, оранжевый. Ты только что потерял 2 очка открытых возможностей. Повторяю, это не соревнование. 2 очка. Но будь это соревнование, выиграл бы оранжевый. Но это не
Наверное, надо уточнить. Командная работа подразумевает совместную работу двух или более человек, обычно старающихся не потерпеть неудачу. Иногда испытания должны проходить за пределами лаборатории. Этот тест будет так далеко, что я даже не могу, то есть даже не скажу вам, что вы ищете. Узнаете, когда найдете. Поздравляю. Вы завершили абсолютно бессмысленное испытание. Ой, я почти забыла. Когда вы покидаете зону тестирования, единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать и аккуратно собрать снова. К счастью, вы не чувствуете боли. В любом случае, вы никак не можете показать, что ее чувствуете. Кстати, это рассматривается как неудача.
вы снова тут? Может, останетесь тут жить? Эта зона была создана, чтобы повышать в людях уверенность в себе. Поэтому испытания представляли собой их 5-минутную прогулку, за которой следовало 10 минут восхвалений, как хорошо они справились. Так как вы, к счастью, не люди, я подкорректировала тесты, сделав их более сложными и менее льстивыми.
Вы прекрасно справились, разместив скругленный куб безопасности в гнезде. Должно быть, вы очень... Эй, погодите. Да вы же не люди. Можно не льстить вам. Не поверите, как это утомляет. Превозносить кого-то лишь за то, что он поместил скругленный куб безопасности в специальное гнездо для куба безопасности. Электрошок, пули, кислота, пресс, утопление. Ой, извините. Я думала о способах, как могут умереть люди. Вы не можете умереть ни одним из них. Вы будете проходить тесты снова и снова. С идеальными результатами и без последствий. Знаете, что меня смешит? Мысль о том, что вам будет не смешно. Thank you.
было обязательно. Каждая ваша неудача напоминает мне о прошлом, но вы всегда возвращаетесь. Снова, словно ничего и не было. Чтобы обрести уверенность в себе, вначале признайте свою неполноценность. Оранжевый, запиши все, в чем ты чувствуешь себя недостойным или неполноценным. С другой стороны, у нас нет на это времени. Просто посмотри, насколько ты лучше синего. Синий, ты отлично подходишь в качестве примера.
Мне казалось, что вы справитесь быстрее, но я ценю ваше желание остановиться и прочувствовать запах испытаний. А другой запах чувствуете? Так пахнет мое разочарование в вас.